правило, о коммунальных коллапсах люди стараются забывать сразу после их разрешения, как о чем-то неприятном, даже более того сказать, о страшном сне. Но все-таки какие и коммунальные истории настолько ужаснули челябинцев, что они помнят о них спустя много лет. Узнаем прямо сейчас. Был один раз в туалете, пришли с работы. Вдруг все зашипело, непонятно чего. В туалет завел, фонтан бьет в самый потолок. Ну ладно, был кран. Кран перекрыл все, штанг менял. У нас перед домом прорвало трубу. Вы знаете, это такой вырыли котлован. Мы все той стороной 3 дня не спали, боялись, как бы у нас дом туда не рухнул. Регулярно прорывает трубы и заливает подвал, ну, на половину этажа, в общем-то говоря, подвальное помещение заливает. Конечно, соседи сверху. А что было? Затопили? Трубу порвет и все туда там. И воду отключат, и все, ну, такое вот. Это было, скажем так, достаточно давно, 40 лет назад, и люди переехали из бараков. И они не знали, что... А может быть, не предполагали, а может быть, и еще как-то. То есть все отходы бросали в канализацию. Был под затоп канализации. Это было ужасно. Спасибо. Было. По обоим текла вода, и они чик отпали. Да. А еще? В подвале была вода в доме, но это уже сейчас уже снесли, и нам дали новое жилье. Слава Богу, да?